Цели этих людей очень амбициозны. Они стремятся иногда неосознанно самоутвердиться в глазах окружающих. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Активизирует воображение. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Они всегда стремятся действовать. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Это уравновешенные индивидуумы, уважающие справедливость и порядочность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.